Расскажите, с какого периода вы здесь? Со 2 числа. Со 2 марта, да? Сколько у вас тут людей? 85. 17 детей и 6 инвалидов. Сколько деток? 17 детей, 4-месячный, 1 и 6 инвалидов. Кушать, вода. Ничего у нас. Пока немножечко есть, пока. Ну он же ж мужиков полно, хай по цехам пройдутся. По цехам ходим. Молодцы, что правильно. Что мы делаем? Пока тишина, ходим по цеху, по мастерским, ищем воду, сахар, чай, крупы. Что найдем, то есть. Ясно. Что готовим. В первую очередь кормим детей, женщин, стариков. Правильно, молодцы, так и надо. Так, вы все, преважно Левобережье? Да. Да. Чего на эвакуацию не захотели? Туда, в сторону Новоазовска. Ну, во-первых, с детьми и стариками куда идти? Пешком. Угу. Они не дойдут туда. У некоторых родственники на левом, у меня родители в доме остались. Понятно. Поэтому куда мне идти, бросать их по 80 лет? Медикаменты есть у вас? Все нормально? Нет, ничего. Ни антибиотиков, ничего. У нас есть сахарный диабет, Паркинсона, которые лекарства закончились и уже. Люди начинают немножко болеть, хотя мы и тут проветриваем и он обрабатываем. Кварцевание делаем, прокручиваем, но все равно антибиотики нужны. И от давления надо. От давления, ну да, такие моменты основные. Сердечно, да. Понятно.